Симос. Это Фелли Брекес. Такая прикольная игрушка. Тормоза отказали. Я ее запустил, чтобы проверить. А тут звук нельзя исправлять. Ничего нельзя исправлять. Он даже не переворачивается, гадина такая вообще. Ну ты просто не жми газ и все. Да. Что за глупый человек? Усиление. Вот, думал, надо запустить. И это, можно будет перевернуть экран. А нет, нельзя. Вообще. Мне просто, если не перевернуть экран, тут у меня микрофонис. Спасибо. Вот. У меня тут микрофон. Награда. А мне подарили тачку, что ли? Ну-ка, где моя тачка? Где тачки? Каких? Ну, идите нафиг. Вам нравится? Нет. Вот. И когда я играю по-другому перевернутый экран, тогда у меня вот... Ну, в одной из ГТАшки вы слышали. То, что у меня он трогается, звук получается не очень. Потом всякие... Как их сказать? Дабл слава. Ну, там всякие помехи. Звук не слышен где-то. Вот. Мне это, конечно, не очень нравится, но я сейчас постараюсь, чтобы такого ничего не было. Будет вообще мне неудобно, но ради вас я все сделаю. Сейчас подходим с маленькой. Ё-моё, да ты отпусти просто газ. Что там за дурной сидит? Да. О, вообще далеко уехали уже, ну. И просто не нажимай газ. Когда ты не будешь ехать. Когда ты будешь катиться, но не ехать. Как сейчас. А, просто можно поставить передачу и все. Никуда не уедешь. Глупенький человечек. Но не надо. Так хорошо уехали, а? Как мне забрать эту награду? Никак. Рекламу надо смотреть. Я рекламу не смотрю. Преимущество на старте усиления. Такое усиление. А еще на старте. Ладно. Что это? Ничего себе. Еще и щиты. Прикольно. Это было прикольно. Ну что за глупенький человечек? Давай, я все равно ее не заберу. А что, у нас не раз, что ли? Циклов ЕГЭ 50 платил за эту фигню. Ох, я помню. Были времена, было Need for Speed World. Вау. Wow. Wow.
Да уж. Там гоняли. И первые три машины были сначала бесплатные. Вот. Там Nissan CVS была самая крутая. Эх, были времена. Вот. Да, гоняли онлайн. Need for Speed. Это не так, как вы представляете. Там можно было кататься по пантогороду. Вот. Всякие тачки были прикольные. Жалко, что этот проект закрыли. Сначала было нормально, там можно было свою тачку первую прокачать до невозможного уровня. Мне попался супер двигатель, меня эта тачка начала гонять быстрее, чем суперкар. Вот, но суперкар может быть еще похуже по управлению. Вот моя тачка, это Сильвия, она чудесно управлялась. Ракета. Нафига мне эти ракеты? Ты что, помогли мне эти ракеты? Вот. И в дрифте она была... Её нельзя было изменить. Вот так скажем. Вот. Мне больше всего нравилось от погони от полиции. Там больше и платили. И было намного интереснее, чем погонить просто так. Ну и гонки тоже проходили уж. Так вот деться. Вот. Ух, нифига себе. Как-то так. Был супер такой проект. Потом... Так. Потом через... Почему-то мы его забросили. Несколько месяцев сошли. А там... Теперь... Если ты хочешь начинать игру... Там цены подняли. Ну как бывает. Там первая машина... Первую машину тебе дали подарок. Ты выбираешь одну из трех. И если хочешь купить все их, ну они там по 20 тысяч стоили. Там мы их забросили. Зашли через несколько месяцев. И там они стоят уже под 200 тысяч. Вот. Как-то так. Цены подняли. Ну, конечно, кто захочет донатить мне в игру. В котором можно было просто играть и веселиться. Они сделали это за донат. Все за донат. Ну и конечно же все ее забросили. Потому что не все будут донатить. Но я тоже не донатил. Я все выигрывал. Там честно можно было. Если играть каждый день, то можно было легко прокачать успеха. Все. Наш интернет. Задонат. Та-та-та-та-та. Я же тебя остановил, смотри. И конечно же. Ну. Ну, кто хочет донатить? Чтобы получать то же самое, что без доната. Можно было получить. Давай еще вот это. Пусти. Ну, рассказывайте, какие у вас самые любимые гонки были. Может, и есть они еще. Ну, мне, кроме Need for Speed, больше ничего из гонок не нравится.
Ну давай, 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 давай. Давай глянем, сделай. Так. Да, ничего себе. Ладно. Да ладно тебе, что ты давай. Сделай на себе фоток. Ну, сами видели. Там надо было что-то обрезать, чтобы... Мои контакты не поменялись. Надеюсь, я это не забуду обрезать. Может, вам не даже не покажу, что я там делаю. Может, покажу. Не знаю, это такое игривое настроение. Эти. Тихо. Я только-только встал. Очень много дел. Но я вас спешу. Поставлю редактироваться. Я только-только встал и начал записывать. Вторая игра, которую я записываю. Подряд. Кафу еду. Ну вот, там он плывет. Так. Здорово. Опа. Что-то какой-то бонус есть. Ну, все. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Ну, хорошо, идем. Опа. Так. Здорово. Какой-то сумасшедший ездит по встрече. Что, по дороге просто не можешь поехать? Какой, а? И встал бы на трассе, и все. Человек. Несколько раз были на трассе. Ну конечно, лучше же вылететь. Падай вон туда вот, направо. Что будет туда? То есть это что? Возьмем. Ничего шить нужно. Промощи, ну что это такое? Так посадили деревья. Все, я несколько заездов все сделаю. Будем на этом заканчивать. Так, я хотел провалиться сквозь, ну там, в каньон. Что будет в каньоне? Каньон. Правильно говорится каньон, да? Опа, оп.
этот Кэнион. Его тут и нет. Ну, хоть джип. Джипик какой-то, джипик. Джибик? Джибик какой-то, джибик. Джибик. Поезд очень быстрый. Ощит. Кэньюна нету, кэньюна. Кэньюн. Где ты, кэньюн? Кэньюн. Кэньюн, нету кэньюна. Ну все, давайте на этом заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.